В Алматы 6 строительных компаний лишились лицензии. Сегодня в ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя городского управления градостроительного контроля Олжас Тулебаев рассказал о том, какие меры предпринимаются в отношении недобросовестных застройщиков. Отметим, ранее аким города поручил усилить контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ. Только за полгода в мегаполисе возвели 338 объектов, еще 651 строится. Как отметил спикер, чаще всего специалисты выявляют нарушения при установке ограждений, пешеходных трапов, при складировании строительных материалов, а также при оформлении исполнительной технической документации на объекте. Сегодня на объекте строительства задействовано 323 подрядных организаций, то есть строительных компаний, а также 135 организаций технического надзора. С начала года по итогам проверок к ответственности привлечены 44 подрядных организации за нарушения, влияющие на качество строительства. Еще 64 человека в Алматы были оштрафованы на сумму более 8 миллионов тенге за самовольный захват земель. Также выявлено свыше 1000 участков с истекшими сроками аренды. Олжас Тулебаев добавил, что продлить срок возможно путем подачи заявления в местные исполнительные органы.